Всем привет! С вами Нильф Горн, это Terra Tech, лицензионная версия, да, и с последними обновлениями, со всеми наворотами. Посмотрим, чем отличается. Я думаю, даже, возможно, она ничем не будет отличаться. Но вот смотрите, я только начал, и буквально вот здесь вот уже вот я вижу такое вот какое-то странное устройство. Так, ну, первые враги, хоть они и начальные, но все равно они же есть, да? Почему бы... Хотел я бы покрыть. Нет, давай, умри. Так, тут все просто. Возьмем два колеса. Нет, не будем два колеса брать. И вот у меня сразу вопрос появился. Собственно говоря, мне вот... И это было очень интересно. Смотрите. Здесь... Круто, это круто. Это реально круто и выглядит круто. Это солнечные батареи с щитом. Опять у меня... Я пытаюсь от... Как сказать... Отучивать тебя от слова круто, но почему-то у меня первые эмоции это именно это слово сразу выходит наружу. Круто, круто и еще раз круто. Ладно, многих это раздражает, не будем повторяться. Так, что же это у нас такое? Во-первых, блин, опять враги. Во-первых, это щит. Это щит, это круто, это щит. Так, потом вот какое-то такое вот устройство с антенной, который, я так понял... Так, ну что ты, ну что ты? Ух, шикарно, шикарно. А вот это у нас уже устройство, это которое будет отвечать. Так, во-первых, я бы хотел развернуть. Вот так вот поставить. Здесь вот так вот. Так, и давай, забирай. Ну, вот. То есть это солнечные батареи, которые отвечают нам за зарядку этого устройства, я так понимаю. По-моему, это очень круто. Так, давайте уберем вот здесь вот и... Блин, как бы, ну... Так. Не хочет ставиться-то, смотрите. Ну, сразу, честно говоря, видно. Так. Все, я вспомнил. Я думаю, почему... Почему оно не переворачивается? Надо же в режим строительства перейти. Теперь... теперь вот... Блин, вообще меня это раздражает. Так. Как-то здесь можно, я помню, было каким-то... Вот. Нет, что-то как-то мне... Я не знаю почему, но не хочет она... Вот. Вот на такой уровень. Вот, все. Сообразили, переставили. То есть уже видно, чем отличается, как минимум, началом прям... Единственное, только я не пойму, как она работает. То есть... ну вот, жалко, я не могу прочитать... Скорее всего, это какая-то генератор, который будет нам заряжать вот это устройство наше. То есть, устройство, которое будет... А вот другой вопрос, может быть, его прям в упор нужно? Тогда только оно заработает, да? Ладно, посмотрим, поездим, посмотрим. Очень прикольно сразу выглядит аппарат. Ох, меня носит, потому что баланса нету ровного. Ну, сейчас мы настреляем еще врагов. Оп-оп-оп. Так, спокойно. Чувак, давай. Отлично. Просто вообще шикарнейшим образом меня. Смотрите, что творит, а? Хочешь, не хочешь, а у меня это. Все. Отлично. Теперь мы поставим блоки дополнительные. Понятно, что это устройство. Я, наверное, даже не буду объяснять, что оно. И за что оно отвечает. Как видите, уже сами оно и так понятно, наверное. Думаю. Так, вместо колеса я не там поставил блок. Так, нет, давайте наверх поставим. Здесь вот поставим колесо вниз, а здесь два бура поставим. Так. Для начала, по-моему, уже сильное отличие. Ну, по крайней мере, от... Вот, я не знаю, почему, по какой причине не хочет... Вот. Так... Большое отличие, по-моему. Только единственное, что щит так и не включается. Возможно, он работает только исключительно на земле. Но это как бы неправильно, вроде бы. По-моему, нечестно должно быть. Ну, не знаю, почему-то не хочет включаться устройство. Так, как бы вот это вот. Ладно, пускай оно, наверное, само пропадет, да.
Так, ладно, давайте дальше поездим, посмотрим, что отвалилось колесо. А, нет, это, скорее всего, подо мной где-то было еще вражина. Так, ух ты, там уже что-то такое. И просто уже враги, я смотрю, начали появляться. Это, конечно, что-то какой-то враг-то не попался мне. Взял меня тут просто уже... Ладно, все. Странно очень, как-то меня так разобрали очень быстренько и дерзко. Блин, что я делаю? Нажимаю не то. Так. И вообще, у меня очень поснимали очень много блоков. Что, в принципе, вообще как-то не очень хорошо. Так, так. Вот нижний лазер, он не туда поставлен был. Так, так. Так, это устройство, давайте здесь еще вот это устройство возьмем. Так, блоков опять проблема. Вначале эта проблема всегда присутствует, это блоки. То есть, тупо не на что ставить. Так, сюда давайте поставим, ну, даже не знаю. Давайте сюда поставим, куда еще можно поставить. Ну, давайте вот так вот поставим. В принципе, нормально, я вон там вижу еще врагов. Говорится, что, типа, скорее всего, вот эти бластеры, они не попадают в нужные... Так, я смотрю, здесь еще завод какой-то, и... Нет, я не буду на него ехать, это... Кстати, и устройство здесь сбора более такое навороченное. Хотя можно, в принципе, вот этот захватить. Нет, вот появился вопрос, давайте на него съездим, посмотрим. Блин, жалко, щит не включается, как-то нечестно. Может быть, все-таки я как-нибудь и что-нибудь неправильно делаю? Блин, а... Вот так, хоп, сразу, видите, включилось. То есть мне... вот, смотрите, все, я понял. Этот щит регенерирует. То есть вот сейчас была надпись, вот. Regeneration, то есть... Это как бы не щит такой, чтобы, ну, прям щит, да? А это вот такое устройство, которое будет мне регенерировать. Так, ну вот как-то вот только... регенерирует мои блоки. В принципе, можно будет всегда остановиться и просто где-то постоять, чтобы отрегенились блоки, то есть в этом щите постоять. Вот. Так, давайте съездим, посмотрим. Кстати, очень прикольно. Это радует. И радует только... Больше меня радует даже не этот щит, а именно вот солнечные батареи. И вот то, что ввели эти солнечные батареи, это очень интересно. Так, и я вижу врага мне, который как-то, мне кажется, наваляет мне по полной программе. Нет? Отлично. Просто, просто шикарно я навалял гаду. Так, давайте я прямо сейчас вот быстренько переделаю свой аппарат. Закрою бока, поставлю новые колеса, которые бы мне дадут возможность более, так сказать, подвижности. По крайней мере, они более, мне кажется, будут приемлемы. Так, здесь по бокам поставим. Вот эти блоки, здесь еще тоже сверху один блок поставим. Единственное, что у меня сейчас проблема, это центр у меня не слишком защищен. Защищен. Так, все, радар работает. Так, бластер. Еще бластер. И какие-нибудь пушки, пулеметики бы. Побольше пулеметиков, у меня их не хватает. Колесо наверху. Это бы, конечно, мне помогло в чем-нибудь, но, наверное, не настолько. Так, оружие, очень мало оружия, и это печально. Ну, вот, что мне здесь дали. Благодарствую вам очень. Радар мне прям, да, полезен. Так, враг, еще один враг. Я с таким уже встречался. Вот. Просто какой-то настырный. То есть он не умирает, в принципе, да? И как бы и урона-то много не наносит, но вот он мне поскидывал все блоки. То есть он такой вот противный, вот, одним словом. Так, и мне еще дали. Да, вот должно было устройство быть еще одно. Отлично. Но вот блоков не хватает. Он, блин. И себя не дал снять блоки, и сам же как бы поумирал. Так.
Давайте поставим вот этот опять регенерирующуюся часть. Так, заедем туда, подрегенимся. Так. Радар. Так, опять вопрос какой-то возник. Так, думаю, хватит, потому что вот здесь вот этот бок был больше подбит. Оп. И, блин, этот щит нельзя терять. Вот он включился же по какой-то причине, да? Почему он опять выключается, не знаю. Ах, вот. Ну ладно, давайте поедем, посмотрим, что там дальше. А от этого уже будем решать, надо нам регенерироваться или не нужно регенерироваться. Я сейчас, кстати, сегодня решил без фоновой музыки. Наверное, это я зря делаю, потому что, скорее всего, писк некоторых будет раздражать. Ничего, ребят, с этим не могу поделать. Это, к сожалению, пока недоработки моего компьютера. Это пищит статическое электричество на моем блоке компьютерном и отдается в... Так... Это уже база, а тут уже вражина такая. Ну ладно, чё, нет. Притом, он такой чувствует, что он уже... Ну, может, ты отъедешь от меня, нет? Не хочешь? Вот такой прям... Я умру рядом с тобой! Так, еще враг. А вот этот вот... Вот это вот уже надо... Знаете, сейчас проблема какая? Он уничтожает мою базу. Я как уже захватил вот эту базу, и он решил ее просто уничтожить, что ли? Я так понял. Зараза, смотрите, что творят, да? Вот, как говорится, не выиграл, так... Ой, не выиграю, так поднадоем, да? То есть поднасолю, или как там правильно-то? Просто наврежу, что еще? Так, ладно, давайте увеличим свою мощность, увеличим... Так, все блоки забираем, потому что... Ну, сейчас я могу починить все, что угодно, и это, по-моему, очень отлично. Так. Так, давайте вот здесь вот это тоже заберем. Сейчас мы еще здесь воспользуемся. Так, ну, база, в принципе, понятна, да? Здесь даже, наверное, рассказывать нечего. База как база, и как бы и так все должно быть понятно. Так, давайте вот в нижнюю часть поставим, и здесь вот в нижнюю часть поставим. Так. Единственное, что здесь вот колес переставим. И боюсь, что... Да нет, вроде бы поворачивается довольно-таки эффективно и дерзко даже, я бы сказал. Так. Оп. Оп. Интересно, за что лечится? И, кстати, почему-то в этой версии, по крайней мере, нету денег. В этой версии нету денег. У меня нету вот наверху никаких денежек. Так, вот еще сейчас вот починим бластер. Так, и тут уже, наверное, надо как-то вот эту пушку давайте перенесем вот сюда вот. Опять не хватает катастрофических блоков. Это, я думаю, и так видно, и проблема всех, наверное, будет. Так, и вот здесь вот я вижу, что может... Ну, завод я буду забирать с собой в любом случае, да? Единственное, только вот говорит мне, что здесь где-то враг. И разобрать я это устройство не могу. Смотрите. То есть где-то здесь вражина мне показывается. И почему-то разобрать я его не... Ну, это мне не нравится. Я так прям уже обрадовался, что сейчас я наберу побольше лазеров всяческих. Завод, можно сказать, скопирую. Ну вот пишет мне, что враг. Притом пусть не реагирует на него как на врага. А, ну вот я разобрал. Один кусочек отнял. Еще отняли кусочки. Так. Надо убрать, чтобы если случайно не разрушить базу и... Ну давай. Вот. Отлично. Ставим в центр. Все. Забрали. Что-то сразу, моментально что-то там завод произвел. Непонятно что, честно. Я даже не представляю. Так, вот эти вот четверные, я уже 1000 раз говорил, конечно, но я еще раз повторюсь. Они для передвижения материалов. Для передвижения материалов по моей, как бы, ну вот, станции, так скажем, да? Блин, ну... Так.
Интересно, а щит будет работать от питания, если я найду вот те батареи, которые копят энергию? Кстати, вот, похоже, еще вот здесь были, да, переходящие. Они, похоже, уничтожились. Вот это печально. Это печально. Ну вот, как видите, просто тупо мне сейчас не хватает блоков. Единственное, что я могу сделать, это, наверное, вот здесь вот как-то вот, к примеру, ну, чего, берись. Вот как-то так. Вот так, вот так вот. Так, к примеру, и... Все, я вспомнил, я же их сюда вот поставил. Точно. Сам, главное, их убрал и... Да что ж такое-то, почему сбивается? Сам их убрал, главное. Еще что-то говорю. Так. Не хватает, не все устройства есть. Что-то разрушилось, и я это не заметил, что конкретно разрушилось. Так, ладно, блок ставим обратно. Ну, что ты? Ну, давай как-нибудь встань. Отлично. Ну, вот, хотя бы так. Встал. И то неплохо. Так, в принципе, сейчас можно набрать исключительно просто пушек всяческих, там, каких-нибудь даже вот можно уже выбирать. Получше какие-нибудь, так, что-нибудь в этом роде. Ну, в принципе, все. На, ну вот еще можно взять, допустим. Давайте как-нибудь вот так вот поставим. Просто в любом случае они пригодятся. Другой вопрос, когда. Так, ну можно вот буры зацепить еще с собой взять. Блин, а ну. Так, я помню, что какие-то кнопки были, отвечали за поворот. Вот. Так, не то. А, вот я хочу на нижний... Вот. На нижний блок поставить. Установка некоторых блоков здесь немножечко раздражает. Особенно вот которые под низом вашего транспорта. Они вечно с ними проблемы и... Вот в этом я очень много вижу проблем. Так, вот у меня стрелка показана. А, у меня даже вот здесь вот еще есть вопрос какой-то непонятный. А что здесь? Я вроде бы все здесь уничтожил, честно говоря. И не знаю, что здесь еще нужно. Хотя, может быть, если я отъеду... Нет, вопрос не нажимается. Ну и ладно. Вот здесь еще база, но это новые блоки. То есть я могу себе просто... Умри, господи, все. И, кстати, блок вот этот я в этот раз получил. Ну, тут, блин, тут даже говорить не о чем. Здесь куча множества новых блоков. И вот это вот три блока, благодаря которым я могу построить еще один транспорт, который будет ездить. Вот честно, не представляю, со мной ли он будет ездить, рядышком ли он будет ездить, или еще как, каким-либо образом он будет ездить, потому что я по-настоящему еще не собирал никакого такого транспорта, поэтому мы, наверное, сейчас этим и займемся. Просто соберем грузовой такой транспорт. То есть, я так понимаю, это создается машинка, которая ездит, ну, к примеру, и возит нам предметы. Давайте поставим. То есть я должен поставить вот здесь вот управляющий блок, вроде бы как-то так. Ну, к примеру, так. Так, ну вот единственное, что... А колес не хватает, так что, ребятки, я, наверное, заберу его пока что себе. Поставлю где-нибудь здесь. И, то есть, не буду я даже мучиться или пытаться что-то придумать. Единственное, что надо побольше блоков забрать. Хотелось бы все-таки. Так, вот это мы забираем. Это все-таки. Это все-таки базы. Это у нас базы. Так, еще пушки. Еще пушки. О, господи. Что-то такое получается. Слишком страшное. Непонятное. Блин, и эти лазеры. Вообще, на самом деле, надо забирать все, что можно. Я так считаю. Жалко, нету какого-то гаража, что ли, в который можно было бы привезти это все, сложить на время, там, на хранение, и иногда приезжать там, пересобирать себя, или, ну, в данном случае себя, я подразумеваю именно вот этот транспорт непонятный. Так, куда-то я там установил еще лазер,
под низ, смотрите, установились. Ну, просто шикарно лазеры устанавливаются. То есть... О, господи. Так, а, вот здесь можно еще лазер один установить. Так. Там он, враг появился. Ну, в принципе... О, господи, в разные стороны просто. Давайте сохранимся. А, нет. Safe and quit. Теперь вот так вот, значит. Ну, ладно. А, нет, я с тем врагом не буду драться. Мне с ним пока просто вообще рядом даже не стоять, потому что он мне наваляет. Но вот здесь вот, что здесь делается, это я, честно говоря, не понял. Единственное, что я сейчас могу, это попробовать давать добыть некоторые материалы и посмотрим, как оно... Так. Мне не нравится, что вот здесь вот, вот эти блоки, они не цепляют. Так, а, вот и деньги пошли, просто не постоянно не висит, как бы, вот это количество. Интересно, вот на что я могу потратить деньги, и вот... Вот это тоже непонятно с этим вопросом, что, ну что. Довольно большое количество, конечно, я могу с собой цеплять. Просто вообще огромное количество. Жалко, что солнечные батареи не работают в таком вот режиме. Возможно, работают, просто я что-нибудь не так делаю. Возможно. Так что я не буду утверждать, конечно. Блоки просто падают уже сверху, они уже не помещаются там. Перерабатывать не успевают. Отлично. Также здесь есть конструкторы, то есть миссии, которые позволяют, ну, в которых можно даются определенные блоки, и вы просто можете создавать какие-то разные аппараты. Я тоже этим буду заниматься, все это буду снимать, так что теперь TRTech серии появится намного больше, я надеюсь. Ну, и тоже все зависит от ваших лайков, так что подписывайтесь на канал. Я думаю, у нас еще удивит игра, не только вот солнечные батареи, еще множество чем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Оставляйте свои комментарии, пожелания, может быть, вариации построек каких-нибудь, либо делитесь какой-то инфой, как вот, к примеру, вот что вот здесь вот сделать-то нужно, непонятно. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока.